Здравствуйте, мои сказочные фанаты СКА. Конечно, еще раз с вами я, Евгения Тихонова, и мой самый лучший муж, а также самый лучший ребенок, и наш самый лучший тренер. Что мы делаем летом? Летом, в общем-то, мы делаем то же самое, что мы делаем и не летом. Мы на льду. Как часто вы выходите на лед этим летом? Этим летом? Чаще, чем прошлых. Та у нас молодая принцесса София кататься. Поэтому мы стали намного чаще выходить на лед и все вместе проводить время. София, скажите, пожалуйста, а вам нравится заниматься хоккеем? Да. А что самое-самое лучшее в хоккее? Папа! Фигурное катание. Мне, конечно, очень жалко вам раскрыть секрет, но фигурное катание – это все-таки не хоккей. Что мы теперь будем делать? Мы будем заниматься фигурным катанием? Да. Мое сердце разбито окончательно. Как вам такое желание дочери? Я буду притворяться, что я ничего не слышал. Начинается теория зомбирования. Хоккей. Ты будешь заниматься хоккеем? Да. Оно работает! Виктор, скажите, пожалуйста, а какими еще интересными делами с детьми вы занимаетесь летом, кроме льда? С детьми? В общем, много играем. Ready? Yeah. Oh no, I had a chance. If I don't. Yeah, here we go. Слёва – это хоккей в его комнате, София – это куклы, кукольный домик. Вместе очень много времени проводим на улицу. Там мы готовим еду вместе, играем в гольф, играем в мячики всякие разные. А как насчет читания книжек? Это тоже бывает и днем, и перед сном. Look at this. He's so Будем считать potatoes. One potato. Two potato. One potato. Виктор, скажите, пожалуйста, что для вас... Да, Женя. Да, Женя. Что для вас значит лед? Лед – это холод. Холод можно кинуть напиток летом, чтобы чуть-чуть остыть, чуть-чуть освежиться. В общем, все. Я не знаю, что он сказал, но надеюсь, что очень полезная информация для всех вас. Как ваш сын занимается гольфом? Нормально. Пробуем игрушку новую, взяли для гольфа. Вы уверены, что он будет гольфистом или хоккеистом? Пока не знаю. Я думаю, я скоро стану гольфистом, а он хоккеистом. Лучше он будет человекистом. Самым лучшим человекистом. And dance. Yeah! Массажики.